Катя рассказывает Анатолию про драку его сыновей на празднике. Вспоминает, что они упоминали акции. Игорь отказался их отдавать. Анатолий встревожен. Он понимает, что старший сын что-то затеял. Он просит Катю пробраться в его кабинет и скачать информацию с рабочего компьютера. Вика заявляется в компанию отца и сообщает Владимиру, что хочет работать. Поэтому она тоже не отдаст ему свои акции. Она намерена доказать Андрею, что чего-то стоит сама по себе. Владимир уверен, что надолго ее не хватит. Дает ей задание организовать благотворительную акцию для детского дома. Кузнецов поднимает дело об убийстве отца Кати и понимает, что обвинение сфабриковано.